Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре небольшой набор автоинструмента от компании Top Tool с рабочим квадратом 1,4 дюйма. Код товара GADW4102 на 41 предмет. Набор профессиональный, имеет пожизненную гарантию. Пожизненная гарантия распространяется на весь инструмент, кроме бит. Биты — это расходный материал, они взаимозаменяемые. Наборы Top Tool изготавливаются на острове Тайвань. Отзывы отличные, можете почитать в интернете. Много отзывов на автофорумах об данном инструменте. Поэтому, кто купит, конечно, не пожалеете. Начнем с упаковочной коробки. Сверху идет такая вот накладка на кейсе. Здесь указывается преимущество данного набора. Здесь, конечно, все на английском. Указывается трещотка, какие-то дополнения. С обратной стороны комплектация набора и где набор затаривается. Остров Тайвань. Начнем с трещотки. Трещотка на 36 зубьев. Длина трещотки 135 мм, то есть она маленькая. Рукоятка здесь пластиковая. Есть реверс, право-влево переключение. Трещотка разборная. Внутри трещоточный механизм можно заменить. Продаются отдельно ремкомплекты. Кстати, то, что продаются ремкомплекты, в этом и отличие профессионального инструмента высокого качества от обычного. Обычный инструмент, конечно, вы ремкомплекты не найдете. Есть быстрый сброс головки и фиксация самой головки на трещотке. Нажали кнопку, сняли. Номер по каталогу на металле. По этому номеру вы можете найти данную трещотку в каталоге Top Tool. Далее, отверточная рукоятка. Длина 135 мм. Здесь в наборе она укороченная идет. Ее можно удлинить с помощью двух удлинителей. Удлинитель 100 мм и поменьше удлинитель 50 мм. 55 вернее, мм. Одеваете удлинитель сюда. И в зависимости уже от работ меняете. Одеваете адаптер и можете сюда вставлять биту. Получаем таким образом отвертку. Также можно подсоединять головки для труднодоступных мест, если нужно достать. Рукоятка здесь пластиковая. Черный цвет, здесь вот идет резиновое напыление, то есть тонкий слой резины. Очень удобно сидит в руке. Есть также номер по каталогу. Весь инструмент Top Tool имеет свой номер, каждая единица инструмента. Далее головки. В наборе шестигранный профиль, квадрат 1,4 дюйма, маленький квадрат. Общее количество головок здесь 13 штук. По размерам 4, самая маленькая, далее идет 4,5, 5. 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, самая большая головка. Головки полностью гладкие, то есть сверху нанесено защитное покрытие матового цвета. Материал затопления — это хром-ванадиевая сталь. В верхней крышке два удлинителя показал, 50 и 100 мм, шарнирный кардан для труднодоступных мест. Кстати, особенность здесь кардан, видите, черные заклепки, это хромолиденовая сталь, то есть кардан усиленный идет. И набор бит. Биты, общее количество здесь 22 штуки, это крестовые, шлицевые, шестигранные и биты торг с отверстием. Как видите, биты есть, которые в крышке держатся в отверстиях, и биты есть, которые в специальном держателе. Когда вы открываете набор, он вот так вот выезжает у вас для удобства. Кейс пластиковый, запирание на пластиковую защелку. Внутри кейс имеет пластиковую вставку, которую уже сам инструмент закреплен. Вес набора 893 грамма, ширина кейса 17 сантиметров, длина 11 и высота 5 сантиметров. Очень качественно сделан. Видите, крышка прилегает плотно друг к другу.
надпись на верхней крышке Top Tool Professional Tool Kit. Тут профессиональный инструмент, набор инструментов. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и получайте хорошие скидки на нашем сайте. До свидания.